Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Мы, как всегда, в нашем кафе-ресторанчике Франсуа. Такой он типа паба, но это же не английский паб. Поэтому это я говорю кафе-ресторанчик Франсуа. Вот. Мне очень он нравится. Здесь все очень вкусно. Так, значит, что, почем мы купили? Сразу. Значит, мы купили, дорогие мои, смотрим, что почем. Американо свежей обжарки у нас стоит в таком ресторанчике 20 гривен, две штучки. И маффин. Маффин, даже какая-то акция написана. Да, так он стоит 18. А, 13,50. Вот такой вот большой, красивый. Французский маффин. Вот, сегодня скидочка такая. Как-то мы уходили из этого ресторанчика, а нас круассаном угостили просто так. Так что вот так вот у нас тут интересно. Ну, а что же я купила? Так, сейчас я сделаю глоток кофе и поедем. Уже украшения, уже Новый год. Так. Ой, классно как. Значит, что я купила? Кушай, мой родной, кушай. Давай посмотрим, как раз, что там. Давай глянем. Бери это, пока съешь. Я посмотрю, что там. Ой, слушай, а шоколад, он настолько мягкий, настолько аж течет. Боже, нет, зайчик, я растолстею сразу же. Я не буду, родной, кушать. Для меня это слишком. Ой, для... Нет, я куплю тоненький себе. Ты любишь? Ты же знаешь, что я люблю вот такой... Тоненький, с мятой, шоколад с мятой. Ой, какой он мягкий. Вот только ложечкой, зайчик. Только ложечкой. Ты внизу придерживай. Нож возьми. Так, что я купила, девчонки? Мне муж никак не дает сказать. Я купила вот такие LED-лампочки. У меня они висят одни, но у меня мало. Я в этом году делаю стиль ледяной избушки у себя дома. Потом посмотрите. В этом году у меня Новый год будет стиль ледяной избушки. Я даже, может быть, елочку ставить не буду, а много поставлю ледяных елочек. И будет очень красиво. И мне не хватает фонариков. Вот я купила еще фонарики. В этом году немножко по-другому сделаю. Она мне сняла их прям с витрины. Это все мои покупки. Вам я желаю хорошего настроения. Всегда быть веселыми. Не забывайте, что выходные, а выходной от слова выходить, выход. Так что быстренько все собрались, оделись, губки накрасили и на выход. А я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Пока-пока.